Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic России, Нижний Новгород. И просите сравнить Electronic 2053 с JBL Party Box 300. Этого ролика, кстати, будет два варианта, потому что просите сравнить с Роксетом и с Арией. С Арией будет на канале YouTube, с Роксетом будет на Яндекс.Дзен. Ссылка здесь. Жмякайте по ней, переходите, смотрите, потому что YouTube за Роксет заблокирует. Конкретно эта Electronic 2053 у нас уже куплена, едет в город Чехов для Татьяны Александровны. Татьяна Александровна, привет, и также в подарок получает Bluetooth-наушники и попыт. Друзья, я подготовил две флешки. На черный формат флаг, на розовенькой формат MP3. Оказалось, что JBL флаг не поддерживает, а Electronic поддерживает. Поэтому на Electronic будет звучать флаг, такая же композиция будет звучать на JBL в формате MP3. Отойду метров на 30, зацените звучание. А теперь я распакую Firebox 820-53, посмотрим комплектацию, проверим радиомикрофон и потом затестируем. Погнали! Итак, друзья, Electronic я распаковал. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, зарядное устройство и инструкция на русском языке. Это нам не понадобится. Микрофон работает от двух пальчиков батареек формата 2А. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон работает. Эхо, кстати, убирается. Я сейчас уберу эхо с микрофона и чуть-чуть добавлю громкости. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже прекрасно все работает. Вот можно еще громче сделать. Можно и караоке петь, и также проводить мероприятия. О, JBL включилась, Electronic включилась. Такая панель управления на JBL, Bluetooth, включение, переключение треков play-pause, bust-boost, управление подсветкой, также можно поставить смартфон или планшет. У Electronic 2053 намного богаче управление. Полный обзор будет в описании. Итак, тесту готовы, флешки разложены. Сначала включим Party Box 300, а затем Electronic 2053 Firebox 800. Так, флешку включил. Отключу петличный микрофон. Где-то 35 метров. Party Box 300 играет на всю, вот так нуляк. Oh!
голове. Ну что, вот и отзвучали Electronic 2053 и JBL Party Box 300. Кстати, на Роксете мне послышалось, что детальность звука лучше, именно по высоким и средним. Напишите в комментарии, как вам. Если вы послушали Сарии, то обязательно переходите на Яндекс.Дзен, вот ссылка. Переходите, смотрите, как звучит Роксет. На Ютубе не могу этот ролик выложить с Роксетом, потому что заблокируют полностью ролик. Сейчас там какой-то трэш пошел с этим делом. Купить ее можно по номеру телефона, который всплывает на экране. Пишите Viber, WhatsApp, скину промокод и все ссылки. Также все ссылки на соцсети будут у нас в описании. Переходите в описание, там все увидите. Если смотрите ролик на Ютубе, в описании ролик на Яндекс.Дзен. Если смотрите на Яндекс.Дзене, то в описании ролик на YouTube. Разная музыка в формате флаг. А также напоминаю, что Instagram заблокировали, обещаю заблокировать YouTube. Подписывайтесь на наш Рутюб и Яндекс.Дзен. Видите QR-коды, сканируйте, переходите. Ну а если не знаете, как сканировать, все ждет вас в описании. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Владимир. Пока-пока.